Крупные и миниатюрные, настоящие и игрушечные, медные и стеклянные, пузатые, важные, статные. Такие разные самовары были представлены на выставке «Рассказ о самоваре Вятском». Самовар на Руси был и предметом роскоши, и одновременно символом уюта. Он словно живой собирал вокруг себя всю семью, согревал горячим чаем, располагал к неспешному разговору. Так что, хотя сейчас этот предмет быта и уходит в прошлое, но остается интересным объектом для исследований. Мы даем возможность реализовывать краеведческим музеям в областях, показывать свои экспонаты в совместных выставках. На этой выставке мы привезли более 70 самоваров, но основное внимание я бы хотел обратить вот на коллекцию фарфоровых кукольных сервизиков, которые у нас представлены в витрине. Это действительно уникальное собрание нашего музея. К сожалению, полностью всю коллекцию показать не удалось, так как не хватает места, но часть мы здесь показали. Это кукольные детские сервизики конца 19-го, начала 20 века, которые играли девочки, учились накрывать стол. Уникальность заключается в том, что дети, они постоянно ломают эти сервизики, бьются, и поэтому до нашего времени они доходят крайне редкие. Посетителям выставки поведали немало интересных фактов о самоварах. Оказывается, родина самовара вовсе не Тула, как это принято считать, а Урал. Удивляет и стоимость пузатых красавцев. Некоторые экземпляры в 19 веке стоили примерно столько же, сколько жилой дом. Одними из самых известных производителей самоваров времен царской России, оказывается, были слобожане, братья Поповы. Как устроен самовар изнутри, посетители экспозиции тоже смогли увидеть воочию. Коллекционирует все это богатство Евгений Комаров, не только директор музея Вятского самовара, но и мастер-реставратор. Самоварами я занимаюсь больше 10 лет. Я сам их реставрирую, восстанавливаю, и как раз появилась идея рассказать всем о наших вятских самоварах. Вы знаете, меня до сих пор гложет вот внутри один самовар, который я не успел, к сожалению, купить. И относится он непосредственно к нашему хорошему городу Слободской. Вот слободские мастера делали обычные самовары форма банка. Но один раз в жизни мне попался самовар братьев Поповых в форме рюмки. То есть, оказывается, они делали и не просто банки, они делали какие-то более изящные формы. Я очень жалею, что тот экспонат я просто не успел купить. Сегодня мы даже разговаривали с руководством этого музея. Они, безусловно, считают, что это была жемчужина, то есть, которую я упустил. В это же время в соседнем зале гости знакомились с традициями чаепития, но не исконно русскими, а удмуртскими. Представители удмуртской диаспоры заварили для посетителей ароматный чай нескольких видов. Когда пьем чай, то, как сказать, всех присутствующих это объединяет. Кто-то какими-то новостями тоже делится, ну точно так же, как и у русских. Чай мы очень любим. Этнический чай, он травяной, из разных трав. Есть и мята, и душица, и зверобой, и иван-чай. Иногда смешивают. Морковный чай можно приготовить или запарить морковь, потом ее нарезать и высушить. И как уже чай заваривать. Одна столовая ложечка на один стакан воды и 10 минут завариваем. Или можно проще, просто взять морковку, накрошить ее и высушить, и тоже точно так же заваривать. Сохранение национальных традиций, оно очень важно. Помимо уже привычных нам чаев с душицы, со зверобоя, наверное, самый интересный чай, который нам дали попробовать, это морковный чай. То есть это было сегодня открытие. Очень интересный вкус, необычный. Первый, наверное, который пробовали чай, был морковный. Разошелся на ура. Выставка в краеведческом музее работала всего 3 дня. Но как? Весело, шумно, с угощением и памятными фотографиями.